Бродвей снова замяукал. Сюда вернулся мюзикл «Кошки». Композитор Эндрю Ллойд Вебер впервые поставил его на нью-йоркской сцене 18 лет назад. После 7485 представлений мюзикл закрыли. Шоу в новом составе подкреплено присутствием звезд. Роль кошки Гризабеллы исполняет молодая британская певица Леона Льюис. Она стала восходить на мировую сцену после победы в шоу «X-Factor» в 2006 году. Для нее участие в бродвейской постановке станет дебютом. Актеры говорят, что в сюжете нового мюзикла мало отличий от оригинала. Те, кто знает кошек, кто хорошо помнит старое шоу, не будут разочарованы. Они почувствуют, что смотрят старую версию, но с небольшими изменениями. Будут некоторые сюрпризы, и это удивительно. Впервые мюзикл поставили в новом лондонском театре в 1981 году. И только год спустя его увидели американские зрители. Шоу стало настоящим хитом. Новый состав надеется на новый успех. Я ощущаю, что мы привносим новизну и свежесть, возрождаем шоу. Надеюсь, людям оно понравится. Театр будет заполнен энергией, а мы будем прыгать по залу. Но не переживайте, мы никого не тронем, все в безопасности. Обычно, когда я вижу, как актер спускается в зрительный зал, я начинаю переживать, но мы никого не будем тащить на сцену. 14 июля состоялся предпоказ для ограниченного числа зрителей. Премьера намечена на 31 июля.